привет, с вами снова держатель микрофона Максим Исаенко. Сегодня я на финальных играх Кубка главы Полевского по футболу. Матч за третье место на стадионе Труд сыграют Дортех 2 и Red Bull. И в финале сразятся Дортех и Майами. И вот рядом со мной в перерыве игрок команды Дортех 2 Иван Ощепков. Пока что уступаете 0-2. Чего не хватает? Ну, надо просто играть в передачи, атаковать. Ну, пока нормально играем. Может, еще отыграться будет еще второй тайм. Есть время. Тяжело на полное поле играть, не все? Ну, так, средненько. Ну, то, что можно считать успехом для Дортеха 2, уже боретесь за бронзу в первом своем сезоне. Это да, это так. И вот бронзовые призеры нынешнего Кубка главы по футболу, команда Red Bull. Ребята, за счет чего получилось сейчас выиграть матч за третье место? За счет возраста. То есть опыт, да, сказал? Опыт, конечно. Вместе наигранный. Играли мини-футбол все вместе. Два не забил. Сейчас, да. Вот у нас два не забил. Могли больше, конечно, забить. Но ничего, ребята все молодцы. Но... соперники, молодежь растет. В следующем году, думаю, дадут уже нам бой. Ну, так что все, спасибо. Бронза приемлемый результат для Red Bull или рассчитывали на большее? Да нет, рассчитывали на большее, так-то как-то это по настроению у нас все идет. В следующем году лучше. Думаю, да. 100%. 100%. We'll be right back.
Гарден, основной игрок команды Майами. Данил Попов, сегодня почему не играешь? Получил маленькую травму, не смогу сегодня помочь команде. Вот так вот, к сожалению, складывается для меня финал. Сильно расстроился? Ну да, так-то мы шли к этому финалу. То есть, да, большая утрата для меня, что не сыграю в финале. Пока что 1-3 уступаете, но шансы есть. Во втором тайме что нужно, в каком компоненте прибавить? Ну, добавить вообще во всем, то есть Дартек хорошо смотрится. Не хватает какой-то вот искринки в игре, что ли, у нас, чтобы мы смогли забить второй гол, и мне кажется, игра уже легче пойдет. Вот после победного матча капитан Дартеха Иван Киряков. Иван, ну какие эмоции после того, как завоевали главный футбольный кубок в Полевском? Да, эмоции только положительные, восхитительные, прекрасные и замечательные. Мы очень рады, мы к этому стремились, к этому шли, к этому и готовились. Про соперников что можешь сказать? Чем-то удивили сегодня? Ну, удивились заряженностью. Видел, что не все подъехали, ребята сильные. Ну, молодцы, дали бой в первом тайме. Сегодня в двух ипостасях выступал и как тренер Дартеха 2 еще. Где сложнее? Везде сложно. И тренером, и бегать, все это сложно. Все очень сложно. Пользуясь случаем, хочу поздравить своего отца с днем рождения. Ему сегодня 50 лет. И посвятить этот кубок именно ему. Спасибо большое. Присоединяюсь к поздравлениям. Президент Полевской Федерации Футбола Иван Моряхин, Иван Андреевич, вот завершился главный кубок Полевского по футболу. Ожидаемо, неожидаемо все результаты. Да, результат закономерный, честно говоря. Я думаю, что команды сильнейшие, они встретились в финале, они должны были играть в финале всегда, не в зависимости от названия команд. То есть те команды, которые у нас побеждают и в групповом этапе, занимают первое, второе место, они достойны играть в финале. Итак, Дартех уверенно переиграв в финале Майами со счетом 6-2 становится обладателем Кубка главы Полевского по футболу. Это был держатель микрофона Максим Исаенко. В комментариях пишите, на какие спортивные мероприятия я должен обязательно приехать и о каком виде спорта вы бы хотели, чтобы я вам рассказал. Не забывайте подписываться на канал. Увидимся!